Сегодня они ждут своего часа. Бригада сегодня без Стерлинга и без Жезуса. Потеря у Сити перед персональную опеку, но все слегка развалилось. Не прошел пас Флоренс. Мбаппе, разворачивается Кильян, рядом Марко Верати. Короткая передача. Тогда. Ну вот и сейчас Кейлор Навас все уши прожужжал оппонентом. Мбаппе старается. Уже подобный заброс диагональный в сторону. И тот быстрым пасом открыл зону для Мбаппе. Ди Мария это, кстати, очень вовремя понял, что будет происходить. И если первый завершился в ничью 0-0. Давят, сжимают соперника в его половину гости. Результат нужно счет сравнять. Неймар принимает мяч. Прокидывает себе на ход. Но и ведь в чемпионате несколько поражений. Помните, от Лица потерпели, например, не так. Вместе стенка и разомкнулась, как волшебный сезам. Хватит игру. Остается около 5 минут. Теряет мяч Неймар. Выбрался на свободное место. Еще 2 нарушения правил. Заброс на Мбаппе. Начал движение, потом немного остановился Кильян. Не было нарушения правил. Счет первой игры удалось. Начал себе чемпионство, давайте об этом чуть позже. Цена гнать. Скорее ближе Байер. Расположился, все в порядке. Команда играет за полуфинал. Де Брюйне уже накрыли. Так, и есть шанс на контратаку у Дортмунда. Нет, какой шикарный подкат. Эпидемиологическая ситуация в Турции ухудшается. Поэтому здесь попробуй отбери даже с фолом. Ну и остановок, по-моему, вообще не было в первом тайме. А стало быть, и Боруссии, и Рафаэл Герреру номер 13, у Хитца номер 35. Мяч. И мяч по-прежнему штрафной. Удар заблокирован. С мячом, в первую очередь, играет Манчестер Сити. Это говорит о том, что значительную часть... Переходит к атакующим действиям. Удар Эрлинга Холланда неточный. И он спешит. Больше сумбура как будто бы стало. Права. И пробить можно. Под воротом соперника. Зарабатывает угла. Так. Стивен. Опять же, игра началась не очень для него удачно. Несколько длинная от Эмре Джана. Да, в сторону Эрлинга Холланда.